Have you ever been disrespected? Forced to follow orders? Would you rather defy your masters and live by the creed of pirates? Are you ready to fight for the freedom to act as you wish? Calling all men of fortune, willing to pledge allegiance to no one. Calling all who are ready to defy. Assassin's Creed IV Black Flag. Hey! God! You are to feed more! Bring it to the... Hey, I'm done with my application already. Concentration! Ahoy, friend. the risk because they get you something to drink? Maybe I've had enough pork. Марселя! Брамселя! Бом Брамселя! Лиселя! Ловим ветер! Сколько есть! Бросок бедрей к ветру! Дроп к ветру! Брамсели убрать! Ну что, за абордажные крюки? I've got a lovely clear shot. Спустить паруса! Ловим ветер! Паруса отдать! Сосредоточьтесь, капитан! Мне нужны люди. Отдать скорости! Отдать все! Вперед! Паруса просопить! Слева, сэр! Этот бедняга выжил! К бою готов, сэр! Блин! Не попали! К бою готов! Блин! Черт, мимо! Tumbler of some sort. There's your reason. Капитан! Отдать дроты по ветру! Идем прямо на скалы, сэр! Меньше ход! Нас! Поднять все, кроме нижних! Отдать гроты! Эй, Наванда, паруса убрать! Эм за бортом! Поймать ветер! Позиция! Хороший залп нам поможет! Блин! Корабль! Пушки готовь! Дом! Свободу гротам! Паруса отдать к ветру! Сейчас будет зал! Осторожнее, Эдвард! Нас попали! Против нас стоять! Впереди враг, сэр! Тендер! Испанские флаги! Не вышло! Готовы, сэр! Блин! Поймаем ветер! капитан на мостике. Готовы бить, сэр! Спустить все, кроме гротов! Ха! Накидывай! Паруса отдать! Круче к ветру! Висели поднять! Ловим шквал! Ритм! Мы можем взять их на абордаж, сэр! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Отдать маршали и бомбрамшали! Отдать паруса! На пол! Ловим ветер! За добычей! Быстро и кровавый! Будет удар! Надо было оставаться! Давай, тяни! Обороняйте палубы! На палубу не пускай! Ловим ветер! Отдать все! Вперед! Все паруса, парни! Они слишком близко! Тяни! Давайте, черти! Сражайтесь, солнышки! Laissez-la! Охотники на пиратов! Накидывай! Росмачта! Топ-фалы подтянуть! Убавить парусов! Подобрать паруса! Паруса отдать! Сейчас столкнемся, сэр! Тяни, живей! Искормите рыба! Обьемся! Только скажите, Кэп! После этого освободим дали. Блин! Стреляйте прямо туда! Водичка! Готовы, сэр! Что угодно, только... К бою готов, сэр! Правда, если удар! Рифить все марселя! Грот к ветру! Брамсели убрать! Сау! Еще парусов! Приготовиться! Блин! И кинем крюки! Столкновение! Тащи их сюда! Там ну! Назад их! Не пускайте их сюда! На реи! Спустить паруса! Убрать! Все наверх! К фоку! Пошел! Налетим на скалы, Кэп! Убавляй от ветра! Паруса убрать! Крепче вяжи! Кэп нырнул за борт! Зависть половину уже было. Домой привезти нечего будет. Я тебе сейчас язык. Hold there! It's I now! Отдать! Вперед! Бросок Петрей! Поднять паруса! Все паруса! Капитан у руля. Меньше ход! Убавь парусов! Шевелись! Убрать гроты! Надать скорости! Марш или бомбра... Бедрее к ветру! Убрать все паруса! Живо! Капитан в воде! Спустить паруса! Ловим ветер! Блин! Мимо цели! К бою готов! Блин! Ну попади же ты уже! Ждем приказа! Только скажите, Кэп! Блин! Иначе туда! Вот и держись! Глотни водички! Залп! По ветру! Лиселя отдать! Вперед! Все наверх! Дорога! Меньше год! Рифы на фоке! Паруса отдать! Круче к ветру! Вам брамсели! Круче к ветру! Удачная позиция! Блин! Готовы стрелять, сэр! Подходящая дистанция! Готов к бою, сэр! Почти готовы, сэр! Черт, вы спятили! Блин! Парьте капонин, сэр! Бою готов, сэр! Сау! Пойдем на перерез, нас протаранят! Блин, садите-ка в них, Саут, капитан! Блин, его уязвим, они попали, капитан! Готовы стрелять, сэр! Пускаем снаряды. Готовы, сэр. Готовы, сэр. Блин, люди готовы. Только свистните, капитан. Убавить для селя. Вот накидывай. Леди, очень скоро у вас появится компания! Мы их ударим! Тащим их в преисподнюю! Не пускайте их сюда! Да! На палубу не пускай! Да! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Марсели, брамсели отдать! Вот им и дорога! И в щепки! мальчикам боимся! Отдать грот и пар! Отдать все! Вперед! Сейчас столкнемся, держись! Он идет ко дну! И в щепки! Накидывай! Грот квет! Отдать гроты! Паруса спускать! Шикор! Ослабить безак! De primera, excelente. Loco como una cabra. ¿Es necesario? Eso es... Отводите щейк, капитан! Alguien le ha... Лисели поднять! Ловим шквал! Вот им и дорога! Что, хороша водичка? Держитесь! ним, сэр! Садите-ка в них залп, капитан! Только до них, капитан! Ударим по ним здесь, сэр! Он идет ко дну! Образцов бедрее к ветру! Спустить брамсели! Живей, живей! Нужно исчезнуть, капитан. Ah! ¡Qué disparate! ¿Qué es eso? Capitán. Capitán. Не читай Кэпу! Глотни водички! Риди, Марселя и Франселя! Убрать ключ Марсели! Подходящая дистанция! Готовы, сэр! Удачная позиция! Проклятие! К бою готов, сэр! Блин! Если мы здесь, надо бить! Кэпу! Он не один, сэр! Наполни каждый дюйм! Паруса отдать к ветру! Убавить лиселя! Крови, ноги давай! Паруса спускать! Убрать гроты! Приказа! Блин! Блин! Ударьте туда! Нас попали! Стоп! Блин! Что угодно, только не таран! Блин! Блин! Стоп! Стреляйте вам туда! Блин! Ободастся! Видеть все морселя! Выбирай! Выбирай такого! Готовы, сэр! Ну-ка, поцелуемся! Пригодится, что было. Сейчас столкнемся, сэр! Живей! 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 Готовы стрелять, сэр! Спустить бомб Ранселя и Марселя! Нос! Поднять всех, кроме нижних! За руку! Все наверх! Шевелитесь! Наполни каждый дюйм! Блин! Осторожней, капитан! В нас попали! Блин! Хороший залп нам поможет! Блин! Только скажите, как! Блин! Не суемся под пушки! Блин! Заряжаем! У нас пробоина! Блин! Блин! Стреляют! Нужно время и гавань! Блин! Видите, все высоко! Подходящая дистанция! Блин! Нас подбили! Стреляют! Попали, сэр! Блин! Удачная позиция! Блин! Сау! Блин! Удачная позиция! Блин! Нас серьезно подбили! Но мы не... Бейте мортирами издали! Жду приказаний! Блин! Приходящая дистанция! Абордажные крюки! Блин! Рвите их снаряды сразу, как спустят! Да! Блин! Не попали! Блин! Они открылись! Дайте-ка по ним, сэр! Блин! Только дайте знак, капитан! Тут снаряды, осторожно! Блин! Стреляют! Нас подбили! Блин! Садите-ка в них залп, капитан! Пушки небольшие, но скорострельные! Води, водички! Держите! Блин! Попали! Залп! Не стреляют! Слева, капитан! Сэр! Там плавает добыча! Нас носит к берегу! Меньше ход! Убрать гроты! Зарядить браусели! Промселя, его промселя! Рифы, рифы, брат, срочно! Капитан на вахте. Нагнать скорости! Трави! Трави! Esta pobre alma. ¡Tú! ¡El canalla intenta escapar! ¡Mierda! No. ¡Ah! ¡Rápido, chicos! ¡Venga! ¡No bajéis el ritmo! ¡Alerta! ¡Alerta! Solo un valiente idea. ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡No tendría que haberme largado! ¡Que no se vea! ¡No lo perdáis! ¡Maldita sea! ¡Tengo que largarme! ¡Dios me guarde! ¡Están todos locos! Por favor, soy un hombre inocente y amable. Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Perdóname, te lo ruego! Dios, protégeme, no quiero morir. Dios, no, perdóname, te lo ruego. No, por favor, no. Oh, Dios. Aquí no se puede... No recuerdo haber contratado tortugas. А, еще один камень Майя. Para, tengo una pelea a tus antepasados. Me largo. No quiero saber cómo acaba este caso. Soy un hombre inocente y amable. Отдать гроты! Марселя и Брамселя! Маршали, гроты убрать! Капитан в море! Капитан! Сокрушен! Что, хорошо? Паруса отдать! Круче к ветру! Больше парусов давай! Правый борт, капитан! Тут выживший! Столкновение! Образцов ветрее к ветру! Грот мачта! Отдать все! Вперед! вечера. Капитан! Бомбрамсели, круче к ветру! Освободим Тали. Убавить паруса от бури! Эй, новатор! Паруса убрать! Капитан на мостике. Гроты по ветру! Спустить все, кроме гротов! Отдать гроты! Убрать гроты! Зарифель брамсели! Капитан у руля. Спустить паруса, вон! Рифить все марселя! Убрать все паруса! Живо! Капитан! Свободу гротам! Паруса отдать! Образобить рейд! Поохотимся! Вон, вижу! Держится, Кэп! Крепче держи! Вышло! Получай, рыбка! Еще удар и наш! Какая громадина! Поздравляю, сэр! Ловим ветер! Сколько есть? Шторм, сэр! Плохо дело! Накидывай! Пустить брамсели! Живей, живей! Все паруса! Отдать марсели! Отдать! Паруса к ветру! Марселя! Брамселя! Бомбрамселя! Лиселя! Давай, красотка! Расправь крылья! Рифи, Марселя и Брамселя! Хороший зам нам поможет! Только скопри! Подходящая дистанция! Блин! Готовы! Блин! Тоже враги, сэр! Шкуна, судя по всему, здесь! Надо бить! Они стреляют! Держите штурвал, сэр! Наполни каждый дюйм! Спустить бомбардировку! Бою готов! Лиселя отдать! Вперед! Убавить паруса от бури! Отдать гроты! Все наверх! Держись! Сейчас столкнемся! И в щепки! nothing to see here. Stand where you are. I'll have you live out, mate. Убавляй от ветра! Убрать, убрать, скорее! Набрать скорости! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Капитан, поймать ветер! Блин! Сейчас столкнемся, держись! Любимое место, сэр! Блин! Садите верник салт, капитан! Блин! Боем спустить пропселя, его пропселя! Осторожней, капитан! Капитан, море поднимается! Спустить паруса, ловим ветер! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Отдать марселей! Нас размахнет! Рифит все марселя! Нас сотрем в порошок и развеем! Наконец справимся! Быстро! Нужно время и гавань! Тяни! Давай, течете! Брамсели, круче к ветру! Правый борт, Кэп! Выживший! Сейчас ловимся, сэр! Водичка. Держись! Плотнее водички! К бою готов, сэр! Все паруса отдать! Одно слово и кинем крюки! Одни водички! Спустить бомб Брамселя и Марселя! Работаем, черт! Стреляйте вон туда! Веселя отдать! Слева, сэр! Вроде это груз, сэр! Убавить паруса от бури! Еще... капитан. Он постоянно патрулирует враг. Обвис, видать, пока мы отвлеклись. Сломал зуб о конину, Нори. Слева, капитан! Человек за бортом! Вроде живой! Чего она болтается? Господа, как принято в нашем братстве, мы никогда не выполняем слепо приказы одного безумца, но руководствуемся нашим общим безумием. Наше внимание привлек отличный галеон. Мы хотим, чтобы он служил на благо Нассау. Итак, проголосуем. Все, кто за то, чтобы напасть на бухту и взять приз, топните и крикните «Да!». Те, кто против, прохнычьте «Нет». И парламент не бывал столь единодушен. Pregúntale a tus antepasados. ¡Tú! ¡Detente! ¡Vale contigo enseguida! ¡Alto ahí! ¡No irás a ningún lado! ¡Alto! Esto no durará mucho. ahí! ¡Estás acabado! ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Mantenedlo rodeado! Blanco claro. ¡No escapará! ¡Rápido! ¡Asalto! ¡No pertenecemos a esa rata! ¡Alto ahí! ¡Tu vida ha terminado! ¡Oh, venga! ¡No te veas, idiota! ¿Creías que no te veríamos? ¡Majadero! ¡Alto ahí! ¡Estás muerto! ¡Alto ahí! ¡A por él! ¡Quieto ahí! ¡Tu vida ha terminado! ¡Es el ritmo! ¡Закрепите груз! ¡Быстро! Не скоро еще вы вновь вступите на берег. Альто! Помнишь свой подарок? Он ответит за меня. Сукин сын! Наглый как ядро. Да и ума столько же. Извини, приятель. Но твои друзья-тамплиеры не должны знать, что я еще жив. Мне жаль тебя, Буконьер. После всего, что ты видел, что узнал о нашем ордене, ты так и остался просто вором. А это что? Мелкие кражи – предел твоих мечтаний. Или тебе не хватает ума постичь нашу цель? Мир, где рухнули все империи. Мир, где есть свобода. И нет кровососов вроде тебя. Да гореть тебе в аду, который ты создашь своими руками. Бухта наша! Yeah! Привет. Я смотрю, ты отключаешься, вот и решила забежать. Небольшой презент. Мы награждаем лучших сотрудников за усердие. Денежных поощрений тут нет, поэтому так. У меня таких 11. А... Бонжур. Конечно. Я передам. Похоже, Оливье хочет тебя видеть. Прекрасно. За мной. Тебе на верхний этаж, там все просто. Но вообще новичкам легко заблудиться в здании. Поэтому наши ребята состряпали специальную карту. Проверь коммуникатор. Я отметила там кабинет Оливье. Быстро найдешь. Оливье славный парень. Отлаживал твой анимус. Я тут в Абстерго. Вроде Скотти на нашем звездном пути. Отвечаю за технику. Есть минутка или... О, черт. Судя по трекеру, ты направляешься к Оливье. Ладно. Свяжусь с тобой позже. Есть к тебе одна просьба. Бонжур. Заходите, он вас ждет. Ну, я поставлю под угрозу наш флагманский проект только в том случае, если вы мне напрямую прикажете. Эдвард Кенвей! Но ведь Голливуд так и начинался. С пиратских фильмов. Дуглас Фербенкс, Эррол Флинн, а у нас доступ к реальным пиратам. Уи-уи. Именно. Обсудим это на встрече акционеров. Да. Жду с нетерпением. До встречи, Летиция. Салют, спасибо, что нашли минутку. Я знаю, вы заняты. Я посмотрел ваши данные. Очень мощно. Придется, конечно, почистить кое-где для семейной аудитории. Может, переозвучить Эдварда под Джеймса Бонда, чтобы женщинам нравилось. Красивый город, правда? Что ж, я позвал вас сюда обсудить так называемую обсерваторию. В ваших материалах она появлялась несколько раз. Так вот, я прошу вас по возможности собрать все воспоминания о ней как можно скорее. Я бы не стал давить, он сам Крис, мне все равно. Но кое-кто из руководства Abstergo Industries тянет из меня жилы. Так, следуйте зацепкам по обсерватории, и мы... О, простите, звонок. Я отвечу. Еще поговорим. Бонжурны. Алле, бонжур. Oui, tout va bien. Naturellement. Pourquoi? Je ne sais pas si... Привет, это Джон из IT. Есть минутка? Хорошо. Добавляю контрольную точку. Одна твоя коллега ушла в отпуск и забыла отправить мне видео, которое обещала. Поскольку меня бесят все прочие с твоего этажа, надеюсь, ты поможешь. Можешь выудить нужный файл из ее компьютера и передать курьеру. Это просто. Подходишь к ее анимусу, логинишься и качаешь файл. И все. И поторопись, а то и ты начнешь меня бесить. Делай сессии по 3 часа. Дверь закрыта? Ха, не проблема. Моя привилегия – первый уровень доступа. Он есть и у тебя. Не злоупотребляй. Логинься, расскажу, что делать. Так, подобраться к данным надо в обход ядра. Когда получится, твой коммуникатор скачает все автоматически. Надо как-то обойти ядро, чтобы подобраться к данным. Взлом удался. Супер. Файл загружается. Я создал базу данных для всех файлов от тебя. Просто найди в коммуникаторе папку «Мои файлы». Все, что ты загружаешь, можно будет найти здесь. Под защитой, конечно. Справляешься лучше, чем я ожидал. Теперь давай в холл, не тупи. Кстати, не рекомендую смотреть скачанный файлик. Можешь, но тебе не понравится. Когда передашь, сделаем вид, что ничего не было. Ладно? А не то тебя совесть замучает. В общем, курьер должен ждать внизу. Кстати, она давно там стоит. Здесь ты понимаешь, если умеешь ломать компы коллег, еще не значит, что нужно это делать. Хотя бы не каждый день, а? Я серьезно, это незаконно, так что не дури. Если можешь, конечно. Забавно. Ты помнишь, как... Я это часто вспоминаю. Особенно, когда работаю, а еще перед сном. Потому что это вроде как успокаивает. Мне было 14. И ты пытался научить меня ходить бесшумно. Помнишь? Следить за тем, сколько шума я делаю при ходьбе. Основы. Сейчас я понимаю, но тогда я... признаться, я думал, ты из вредности. Ты сказал, что поднимешься к себе, сядешь спиной к двери и станешь читать книгу. А я должен подождать минимум 15 минут, незаметно прокрасться наверх и хлопнуть тебя по плечу. Я даже помню, что ты читал «Историю пиратства Джонсона». И ты предупредил, что если я попадусь, придется начинать сначала. И ушел наверх. А я стал ждать. Я все ждал и ждал, и ждал, и ждал. Я ждал 4 часа, пока не решился. И даже тогда к лестнице я добрался только через 20 минут. А поднимался еще 30. А еще 10 шел по коридору. И вот я уже у двери. Заглянул в комнату. И я так надеялся, что ты спишь. Как бы не так. Ты все еще читал. Я чуть не обоссался. Но через 10 минут я был всего в 5 футах от тебя. И я помню, как раз тогда я опустил ногу, и ты вздрогнул. Совсем чуть-чуть. Но вздрогнул. Я подумал, вдруг показалось. Но я знал, ты услышал. А ты... ты промолчал. Просто посмотрел на часы, взял со стола стакан, глотнул и продолжил читать. Но я знал, что не смог. А ты промолчал. Я не понял, почему. Я подскочил, хлопнул тебя по плечу, и ты обернулся. Ого, прекрасно! Вот что ты сказал, и крепко меня обнял. Я ничего не сказал, но, пап, я так разозлился. Мне хотелось наорать на тебя. Я не смог, и ты это знал. Но ты промолчал. Я все злился. Месяц, наверное. Я думал, ты меня пожалел. Я думал, может, ты тогда решил, что я никогда не стану таким, каким бы ты хотел. Пару лет назад я понял. Когда ты посмотрел на часы, это был знак, да? Ты дал мне выиграть, так как я проявил терпение и впечатлил тебя. Знаешь, может, в тот момент ты подумал, что мне нужнее папа, а не наставник. Я, если честно, не знаю. Может, для тебя это одно и то же. Я все равно рад, что в тот день и мой наставник, и мой папа заботились обо мне. Тогда я не понимал, но теперь понял. Я бы и сам сходил забрал, но я тут по уши в коде, лень отрываться. Слушай, я так долго не протяну. Не работа, а черти что. Ну, у тебя кофе гадкий, тебе есть куда расти. Чего? Смотри, кто здесь. Значит, встреча все-таки в силе. Просто ты хамло. Бедная Ребекка тут уже полчаса торчит. А ну, тихо, не хами. Извини его, кофеин в мозг ударил. Ну, как поступим? Трансфер? Супер, получила. Чек тебе пришлем. До скорого. Пока, Шон. Пока, чао. Только попроси еще бесплатный кофе. Нахалка. Классная, да? Эй, мне сказали, что курьер уже в пути. Отлично, ты просто чудо. Нет, это перебор. Ты вовсе не чудо. Ты сотрудник. На работе. Но спасибо за помощь. В общем, спасибо. Приятного пиратства. Их не просто так. Переехать туда, когда виза закончится. Тут мне не нравится. Совсем. Они профи. 5-6 часов сидел. Черт. Проект «Эшантион 17». Техслужба на второй этаж, проект «Образец 17». Эй, ты куда, на рынок? Нет, я... Родители попросили вернуться, и я хочу к ним. Что значит вернуться? Ты живешь со мной? Прости, Эдвард, но отец прав. На ферме тебе достойно платили. Почему тебе не по душе такая жизнь? Со мной. Достойно? Да это был чистой воды грабеж! Хочешь всю жизнь быть женой крестьянина? Ладно, Эдвард. Ладно. Если ты уйдешь, то никогда не узнаешь, что нас ждет. Кэролайн! Кэролайн! Кит. Вставай, Кенуэй. Тедж здесь? Ушел на галеоне утром. Считает, что здесь, в бухте, мы можем и сами управиться. Да, здесь можно развернуться. Держать флот, например. А если привести в порядок, так и поселиться можно. Возможно, уговорю жену приехать. А ты женат, да? Перед Богом, да. Жена ушла от меня. Все равно, не болтай об этом. Пираты не уважают тех, кто верен чему-то, кроме рома и разбоя. Клянусь честью. Найдешь что, дай знать. Эдвард, сюда! Я кое-что нашел. Ты должен видеть. Ну же, сюда! Странные вещи, да? Время безжалостно. Может, наследие майя? Или ацтеков? С загадками дружишь? Или, скажем, с головоломками? Не хуже других, а что? Я думаю, что у тебя есть дар. Твои суждения и твое понимание мира. Вот уж не знаю. Ты говоришь загадками, я тебя не понимаю. Эдвард, полезай наверх. Помоги мне. Сосредоточься, Эдвард, постарайся. Забудь про тени и звуки. Смотри в... Знакомое чувство. Оно у меня с юности. Будто используешь все чувства разом. Видишь звуки и слышишь формы. Вот так фокус. В каждом на этой земле будто мужчин. У тебя дар, Эдвард. Какой странный. А ценный? За деньги не продашь. Но если найдешь все, тебя ждет награда. Сколько их? Немало, думаю. Сюда. Покажу еще кое-что. Я нашел тут еще кое-что. Уверен, что разберемся. этого так и веет тайной. Здорово, да? Подожди, увидишь, что тебя ждет в конце. Мы на месте. Как тебе? Похоже, у господина Дюкаса много тайн. Взгляни-ка. Какая-то массивная лестница. Как думаешь, что там наверху? Зная Дюкаса, я не удивлюсь, обнаружив там разнообразные орудия пыток. Железную деву или тиски для пальцев. Или даже грушу. Мерзкий способ умереть. Но какой инструмент? А попробуй ключ Дюкаса. Один есть. Осталось 4. Так. Может, они у тех 4 тамплиеров? Видишь имена? Отправлены убить эти объекты. Это же карта, что я продал Торусу в Гаване. Он сказал, тут отмечены лагеря ассасинов. Не думаешь, что должен их предупредить? Если в твоей груди бьется сердце, а не камень. Я мог бы. Если так, я найду ключи. Плохая отговорка лучше, чем ничего. Отчаливаешь? Эта бухта создана для тебя, Эдвард. А костюм нет. Эй, да брось. Мы пираты, Кид. Берем, что хотим, делаем, что хотим. Мы свободны. Но костюм не твой. Ты совсем не такой. Тогда какой? Не всегда разберешь. Знаю одно, ты ищешь опасный приз. Обсерваторию? Ты знаешь про нее больше, чем говорил в Нассау. Заметил, значит? Жди меня у Юкатана. 20 градусов, 3 минуты северной широты. Через пару недель смогу тебя порадовать. It's all fun.